Джет видит в форме сердечка, а ты хвост красиво только круглый. Вот такой вот трамплин для пчелы называют этот букет, когда типа вот оно все одного уровня, и типа пчела может разогнаться и взлететь. Вот так ему такое нравится. Они говорят, фига себе, букет без сердечка уродки. Вот. Ну, каждый раз, но просто в любой сфере, вот это как раз ту ромашек, что с ними нужно сделать. Ромашки просто крафт. Ромашки Ромашки красиво с этими, с тонами, очень красиво эти оранжевые пионы, такие персиковые, коралловые. И эти белые ромашки, это очень колоритно смотрится. Прям такой must-have. Так вот, есть, например, сочетание типа сыра с томатами, да, моцарелла, идеальное. Так что там, например, сочетается один цветок вот с другим, Это вот прям цветочный рецепт, который ты соберешь по этому рецепту, вот такой букет, у тебя всегда будет красиво. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10-year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven. It's a damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second. And the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I can't dream and I'll be famous. Спасибо большое за огромный букет роз. Спасибо. А, как клуб сходил, зажигало хорошо, все хорошо прошло. Какой клуб? Я не хожу в клубы. Какой клуб? Спасибо большое. Я не хожу в клуб. Какой клуб? So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. Ты же где-то была, там толпа была. Что ты вообще пишешь, я не понимаю. Tell me how to live life in these times. It feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. Блять, слышу звон, не знаю где он, вот реально, вот это из разряда. Ну как в клуб сходила? Какая-то толпа. Какая-то толпа, какой клуб, не понимаю. Когда, год назад? Полгода назад? Я такое вообще не люблю. Привет, ты очень милая, спасибо. А как в ресторане может быть толпа? Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans for the ages. Какая толпа людей, если я сидела на диване? Вот, ну реально, ну, бред какой-то, отвечаю. Ты, ну, сам сначала подумай, что ты пишешь, а потом спрашиваешь. Я не приоспотелю вообще. Так, ладно, я уже целый час сижу в эфире, и я уже реально устала от, наверное, эфира.
быстро меня увидят, выкидывают по состоянию из эфира. Как-то, наверное, справляют, может быть. Где-то была, короче, проехали, что, чел, ну так это пишешь, ты хотя бы, ну, думай, ну ты же пишешь другому человеку, почему я должна думать, читать, непонятно что. Сам спросил, сам себе ответил. Откуда такая прелесть, Беларусь Медиа? And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Ой, Кио, спасибо большое за розовую эту тему. Все, зайчики, котики, рыбки, наверное, я сейчас пойду, потому что час у меня вот реально с головой в ТикТоке, я потом начинаю уже все. Перебор. Привет из Гомеля. Привет из Гомеля. Привет из Минска. Да, хочу в зал. Нет, в зале я уже была. Очень тяжелая тренировка была, я своего тренера задолбала. Мы с ней делаем на попу, смотри, типа попу был. Мы с ней делаем, и я говорю, я чувствую поясницу. Как ты можешь чувствовать поясницу в этом упражнении? Потом я опять, типа, делаю упражнение другое. Я говорю, знаешь, что я чувствую? Такая... ноги, шею, ну я качаю там типа ногами, поднимаю этот валик, я говорю, нет, поясницу, я говорю, можешь сделать курс, типа как прокачать поясницу, вот вы не умеете, а я умею, реально, я все время качаю, там что-то делаю, на попу упражнения, просто, а она такая, типа, сколько можно, говорит, у меня одна такая, просто есть люди, которым пофиг, что они качают, ну а мне очень важно, я раньше такой была, мне нужно было походить любой ценой, быстро. Не важно, что я чувствую, качать пресс, потому что его надо качать, потому что кто-то сказал, что ты его похудеешь, и все. А сейчас, когда я что-то делаю, я всегда пытаюсь понять, я делаю вдох или выдох, я, типа, напрягаю попу или ноги. Типа, я начинаю просто, типа, в момент, когда делаю, там, скольжу или я по коленкам, носки у меня развернуты, ну, типа, я стараюсь очень сильно, ну, на технике, потому что... не хочу я свою поясницу просто добить. Олег, спасибо большое за подарочек. 27 место, кстати, мы не продвинулись. А 25-м мы поднялись на 25-м. Ну, неплохо. Нам осталось до фрагмента. Блин, жалко, что мы не успели собрать фрагмент. Если бы собрали сегодня фрагмент, то можно было бы в C1, может быть, перепрыгнуть. Был B4. Ну, сейчас обратно надо до B4, C1, B5, B4, 3 этих. Рейтинга 3 дня, как минимум. А у меня каждый день, типа, какая-то движуха, ну, не движуха, какие-то дела завтра, мне нужно готовить к вечеринке, подумаю, что делать. Мне нужно, нежели, как бы, и нечего начинать. Ладно, ещё мне начинать уже, я начинаю вставать от ТикТока, ночью, наверное, зайду, ну, типа, реально, часов 11, может быть, может, уже неделю, ну, короче, так, приятного вечера тебе, до новых встреч. Спасибо, Миша, вам тоже за поддержку, то, что заходили, до новых встреч, всем здравия, товарищи. Всё, реально, я пошёл, всё, всё, пока, всё.